Бездомная собака каждый день часами глядела в канализационную решетку на оживленной улице. Когда люди наконец открыли решетку, то не могли поверить своим глазам. Эта история произошла в Турции, где довольно много бродячих собак и кошек, которые бродят по городским улицам в поисках пропитания. На оживленной пешеходной улице никто не обращал внимания на бездомную грязную немецкую овчарку, которая сидела недалеко от мясной лавки, надеясь, что очередной добрый прохожий поделится с ней лакомством. При этом пес почему-то смотрел не на аппетитные кусочки мяса на прилавке, а не отводил взгляд от канализационной решетки, рядом с которой он сидел. Юная Энни купила немного мяса в уличной лавке и уже собиралась возвращаться с покупками домой, когда позади нее раздалось жалобное скуление. Девушка обернулась и увидела голодную бездомную овчарку, которая смотрела на нее умоляющим взглядом. Добрая Энни не смогла просто так пройти мимо. Она вернулась к продавцу, купила у него немного мясных обрезков и отдала их несчастному животному. Пес нерешительно взял в зубы куски мяса, но, к удивлению девушки, не стал их сразу же есть, а куда-то потащил. Энни удивилась необычному поведению голодной собаки. Но у нее не было времени дальше наблюдать за ней, так как девушке нужно было срочно возвращаться домой. На следующий день Энни шла по той же улице и вскоре встретилась взглядом с овчаркой, которая приветливо завиляла хвостом, увидев добрую девушку. Энни снова не смогла остаться в стороне. Она купила и отдала животному несколько сосисок, а пес, так же как и вчера, не стал их сразу есть, а куда-то утащил. Это озадачило девушку еще больше. Но она торопилась на работу и снова не смогла последовать за собакой. Еще через день Энни целенаправленно вернулась на то же место, где она встретила необычного пса, вместе с небольшим угощением. Собака, казалось, также ждала свою отзывчивую кормилицу и с радостью приняла несколько кусков колбасы из ее руки. Овчарка опять не стала есть угощение и пошла прочь. А заинтересованная Энни устремилась вслед за бездомным животным, пока не оказалась на оживленной пешеходной улице поблизости. Девушка стояла и смотрела, как собака подошла вплотную к канализационной решетке и зачем-то обронила туда кусочек колбасы, после чего сама съела оставшийся кусок. Энни очень удивилась такому загадочному поведению собаки, после чего еще несколько дней приходила на то же место и подкармливала голодного пса, который сначала бросал часть угощения в канализационную решетку, а уже затем доедал оставшееся. Однажды Энни решилась подойти вплотную к собаке и решетке, рядом с которой та сидела, и заглянула внутрь. Сначала девушка ничего не смогла разглядеть во тьме канализации, поэтому ей пришлось наклониться вплотную к решетке и замереть от удивления, когда она осознала, что скрывается внутри. Понимая, что сама она не справится, Энни сразу же позвонила в службу спасения, сказав, что вопрос очень срочный. Примерно через полчаса спасатели прибыли на место, и, выслушав путанные объяснения девушки, они принялись за работу. Спасатели приблизились к канализационной решетке, вот только бездомный пес решил, что мужчины представляют угрозу, и начал злобно на них рычать. Ситуацию удалось разрулить Энни, которая уже заслужила доверие собаке и уговорила ее дать спасателям приблизиться к этому месту. Спасатели сразу сняли решетку, а вокруг них уже собралась толпа зевак, которым было интересно, что сотрудникам пожарной службы понадобилось в грязной канализации. Один из спасателей какое-то время шарил рукой в канализации, после чего достал оттуда маленького, дрожащего от страха котенка. Очевидцы были очень удивлены, но это было только начало. В течение нескольких минут спасатели достали из канализации еще четверо грязных, взлохмаченных котят. Энни также была изумлена от очень необычной находки, а овчарка, увидев маленькие лохматые комочки, тут же вырвалась из рук девушки, подбежала к котятам и, радостно виляя хвостом, начала обнюхивать их словно родных. Пожарные пришли к выводу, что всех пятерых котят смыло в канализацию во время сильного ливня, где они выжили только благодаря бездомной овчарке, которая каждый день подкармливала малышей, делясь с ними своим скудным обедом. Энни и очевидцы происшествия были до слез растроганы невероятно благородным поведением обычной бездомной собаки. Девушка поняла, что дальнейшая судьба несчастных животных зависит только от нее. Энни забрала всех пятерых котят у спасателей и принесла их к себе домой, так же, как и доброго пса, которого она теперь не смогла бы просто так оставить на улице. Когда котята немного подросли и окрепли, Энни раздала их четверым своим знакомым. Одного из котят вместе со спасшей ее овчаркой девушка приютила у себя, где лохматые питомцы обрели свой новый, уютный дом –